Здравствуйте! Сегодня я приготовлю очень вкусный и сытный слоеный пирог с индейкой и шпинатом. Мне потребуется мясо индейки, морковь, лук, шпинат, яйцо, слоеное тесто. Я взяла замороженный шпинат, оттаяла его, кладу в сковородку, выпариваю жидкость. Нарезаю мясо мелкими кусочками и обжариваю в подсолнечном масле. Слегка перемешаем, солим и перчим. Перемешиваем и обжариваем. За это время приготовим овощи. Натираем на крупной терке морковку. Отдельно в сковороде обжариваю морковь и лук. Жарю мясо до выпаривания жидкости. Мясо готово, отставляем его в сторону для остывания. Лук готов, оставляю тоже его в сторону. Жидкость выпарилась у шпината, убираем с огня. Начинка остыла, формируем пирог. Выкладываем первым слоем мясо. Вторым слоем распределяем морковку с луком. Выкладываю шпинат полосками. Заворачиваю рулеты очень туго. Края теста защипываю и аккуратно перекладываем в форму по кругу. Взбиваю яйцо, смазываю тесто. Отправляю в духовку и выпекаю до готовности. С пылу, жару слоеный пирог готов. Подаем к столу. Приятного аппетита!